Проблемы экологической безопасности обсудили сегодня в Адыгее. Николай Патрушев прибыл в Майкоп, где секретарь Совета безопасности РФ провел совещание. Участие в нем приняли полномочный представитель президента в ЮФО Владимир Устинов, а также главы регионов. Среди них и губернатор Краснодарского края. Вопросы охраны окружающей среды сегодня выходят на первый план, поскольку их нерешенность может негативно повлиять на качество жизни людей, отметил Патрушев. Охрана окружающей среды, сохранение природных ресурсов, рациональное природопользование, адаптация к изменениям климата определены в качестве национальных интересов на современном этапе. При этом экологическая безопасность и рациональное природопользование входят в состав ключевых стратегических национальных приоритетов. Сейчас реализуется утвержденная президентом Российской Федерации стратегия экологической безопасности на период до 2025 года. Значительное внимание уделяется вопросам экологии и природоохраны в действующих региональных программах социально-экономического развития субъектов Федерации, входящих в состав Южного федерального округа. В свою очередь, глава Кубани подчеркнул, что сохранение природы имеет первостепенное значение для курортного региона. Так в крае последовательно создают новые особо охраняемые природные территории, защищая ценные ландшафты от застройки. Особое внимание – водоснабжению. В регионе модернизируют водоочистные сооружения. В следующем году в крае также планируется строительство трех объектов – в Темрюкском, Каневском и Крыловском районах. В результате улучшится водоснабжение более сотни тысяч человек. В 2023 году завершается модернизация Троицкого водовода, что позволит увеличить подачу воды для еще 500 тысяч жителей Новороссийска, Геленджика и Крымска.